Ах ты ж! Чтобы увернуться, нажмите пробел. Хорошо. А ты кто такой? Дымный призрак. Господи. Ты какого черта, мужик? О, господи. О, теперь мне не... Ты что такое? Пустошь разбитых сердец. Ага, и тут тоже луковицы растут. Это что такое? Мина? Ё-моё, блин! Это ж минное поле. Обалдеть. Тут-то тут черепа валяются. Груда костей. Обалдеть, а. Ой, я кость нашел. Точно кость? А где? Различные осколки костей животных и людей. О, смотри, разбитая машина. Пушка разбитая. Я что, механизм какой-то подобрал? Ржавеющий кусок железа. Металлолом. О, похоже на оружие с какой-то древней войны. Совершенно сломано. Понятно. Вау! Это... Как мне разделять-то? Вот это мина. Ледогриб. Ты, это ты взрываешься? Подожди, что было написано? Может быть, мне удастся выкопать его с помощью какой-то вещи? А, давай попробуем. Тут что-нибудь можно? Тут бросить одну, разделить. С помощью какой-то вещи, говорит. Улучшить... О, давай-ка улучшим, посмотрим, что будет. Плюсик. Палец плюс. А еще можешь улучшить? Два плюсика. То есть ты сейчас будешь хреначить, будь здоров, да? Это у нас иглы. Закончились, по ходу дела. Так, на карту смотрим. Вот, нам дойти до сюда надо. Болото одичалых. Хорошо, хорошо. Блин, как бы на эту самую не наступать. Масляничная руда. И чё? Надо ее, наверное, киркой добывать. Короче, нужно что-то сделать, чтобы копать. Господи, ты меня пугаешь, чувак. Ты посмотри, что это такое. Он похож на какого-то динозавра с удочкой. Есть такие рыбы. Удильщик называется. А вот эту штуку я могу шлепнуть? А, или не могу? Смотри, я просто по нему не попадаю. Он слишком быстрый для меня. Ребята, а я вас могу шлепнуть, а? Или не могу? Мне бы хотелось вас шлепнуть. Что такое? Груда костей. Кости, короче, собираем. Здесь кости, видимо, можно найти. А бумагу? Куда ты пошел? Ты ж далеко не уйдешь. Крот-удильщик. Слышь, что? Короче, он не реагирует. Ладно. Не хочет. О, ледяная... Ледяной кто? Ледяной полип. Воу! Ты чё такой бешеный? Уходи! О! Чёрт! Уходи давай! Удильщик. Что он делает? Блин, главное на мину не наступить. Свободен ледяной полип. Мозг ледяного полипа. И что он делает? Мозг ледяного полипа. Замораживающий орган ледяного полипа. Съешь его, чтобы усилить защиту. Давай съедим. Съели. Ну и что? И ничего, да? Удильщиков, короче, нельзя шлепать. Эту муху тоже нельзя шлепать. А жаль. А, ее можно поймать. Стопэ. У меня что, сачка нет? А есть сачок. Давай попробуем его поймать. Ледяной, чувак. Я и забыл. Муха. Вот этот светлячок, 100 пудов. Так. Дымящийся и горячий на ощупь. Понял тебя. Не надо этого. О, смотри, какой-то кратер. О-о, начинается веселье. Так, фонарик. Экипируем. Экипируем. Жетончик тоже возьмем. А что у вас тут? А, это самое. А это что такое? Груда костей. Как-то наверху лежит. Странно. Капец, тут костей. Тут, наверное, людей полегло. О, ё-моё! Это была подстава специальная.
Подстава разработчиков, короче говоря. Подходишь к грибу, а там мина стоит. Ребята, кто тут вообще мины оставил, а? Какого черта? Козявка удильщиковая. Ого, вас тут... Вау! Ты... Я ж тебя не бил, ты чего? О, да тут у вас это самое, весело. Да? По ходу дела, да. О, еще механизм. Разрушенная пушка. Металлоломчик взяли. Наверное, с помощью металлолома можно себе какую-нибудь суперпушку сделать, да? Так, нам еще идти и идти. Целую половину пути. Как бы на мину тоже не наступать. Надо смотреть в оба, в общем. А то подорвусь не за грош. Будет мне вот это вот. Правильно? Правильно. Слушай, парень, а ты от меня-то не... А, ты убегаешь от меня, ладно. Вау! А! Ничего, соберем все, все, что надо, соберем. И бумагу, и кости. Кстати, сколько у меня костей? У меня 23 кости. Прикинь, 23. Они, наверное, в стопку по сотню складируются. Наверное. О, тут уже что-то интересное. Болото одичалых. Чувак, ты мне что не скажешь? Мы все очень сильно устали. Это я уже слышал. Спасибо. Болото одичалых. Все, да? А у меня как раз и фонарь закончился. Так, мне нужен котел, чтобы сварить зелье. Так что подавайте его сюда мне. Прикинь, с одного удара теперь выносит. Не с двух, а с одного. Уже прогресс, да? Стопы, а что у меня с ботинками? А, их тоже надо чинить. Починить. Что это нужно? Что это такое? Для доспехов. Ну, давай я тебя починю. Улучшить тебя нельзя, да? Давай я тебя тогда сниму. Подожди, я же их снял, да? Вот, я их снял. Они, наверное, тратятся везде. То есть, когда они надеты, шкала убывает. И тогда они тратятся. А нам же нужно, чтобы они только работали, где холод. Может быть, потом можно сделать, чтобы они вообще не тратились. Было бы намного лучше. Мы же все стремимся к какому-то прогрессу. Вот и нужен этот... О, улей! Это мед? Тут осы, слышь, что? Ты их не боишься? Вау! Походу дела, надо их шлепать. Ладно, давай я тебя шлепну. Где вы тут? А почему у вас тут много уже стало? Че это я взял? О, тут деревянный ключ. Тут сундук. Получи. Что-то вы тут размножаетесь. Ах ты, блин. Блин. Прикинь, она меня отравила, тварь. А как, подожди, лечиться-то? По ходу дела я сейчас того-сего. Кранты мне будет. А, вон оно, само прошло, господи. Слава тебе, господи. Короче, дубинка у меня никакая. Никакая. Куда нам идти тут? Нам сюда надо было идти? А, я понял. Ну тут пчелы, елки-палки. Осы или кто они там? О, тут кто-то уже со свиньями разобрался. За меня, спасибо. И деревянный ключик тут у меня уже есть. Отвалили. По карте там никуда идти. Мне, наверное, сундук, короче, надо открыть. У меня есть ключ. Ну, что ты мне сделаешь? Давай, иди сюда. Мне бы выстрелить в нее чем-нибудь, а? Паточная оса... А, вот оно что. Вот где мне найти... что мне найти? Паточная бумага. Ребята, что-то вас тут слишком дофига. Вам не кажется, а? Вы ко мне вообще будете идти? Или не будете идти? Что-то я проворонил тот момент, когда свисток свистел. Хорошо, что он свистит. И слышно его по всему этому миру. Вот, шкура со схемой. Я тоже ее не могу прочитать. Мне нужно тех пчел завалить как можно быстрее. Правильно? Правильно. А почему? Потому что нужно продвигаться по сюжету, ё-моё. Вот почему.
Логично, логично. Пчелы. Вас тут четверо, да? Спокойно. Одну я шлепнул, и вторая появилась. Короче, мне надо шлепать вот это дерево. Вот, теперь вы наверняка не сможете мне ничего сделать, да? Ага, да. Они появляются только когда был улей. Все, теперь улья нет. Теперь вас можно гнобить. Ах ты, блин! А? О! Да откуда ты берешься-то, ё-моё? Ты смотри, они из какой-то деревяшки появляются. Ты что за фигня? А? Гнездо, блин. Давай их. Смотри, они так и будут. По ходу дела. Меня так они убьют. Почему-то они тут просто появляются и все. Куда мне идти-то, ё-моё? Вниз, наверное, идти. Палку я свою сломал. Чувак, может, что ты мне скажешь, а? Сыроварение – долгий процесс, но личинки позволяют его ускорить. Кроме того, они придают сыру приятный ореховый привкус. Главное – надень свою маску. Какую еще маску? Ты о чем? Большая часть опечаленных работает на Смоузерка, известного своим предскверным характером. Будь осторожна, когда опустится дым. Дымные призраки опасны. Я тоже так думаю, они опасны. Они меня приводят в опасность. А, тут болото, черт. Так тут уже, конец. Так, давай открывать. Открыть. О, фиксажный порошок. Восстанавливает состояние оружия. Это что? Компресс. Мягкая влажная масса, которая восстанавливает здоровье со временем. Спасибо. Так, давай посмотрим. Используйте сок кислофрукта на шкуре со схемой. Сок кислофрукта. Я такой дупель. Почему я этого не сделал? Почему я этого не видел раньше? А я думаю, что такое? Почему? Куда? Я не могу пройти по сюжету. Оно, вон оно как. Сок кислофрукта. О, наконец-то день настал. Давай, давай, сейчас посмотрим. Сок кислофрукта. Применить. О, рагу из свинины. А нахрена оно мне надо? Вкусное и сытое. Восстанавливает здоровье и повышает защиту. Чистая вода. Еще воду где-то надо раздобыть. Ты даешь. Теперь мне точно нужен котелок. Потому что я не смогу сварить эти штуки. Дарюки. Не смогу сделать и снова сок кислофрукта. Так, теперь придется вернуться обратно, чтобы сварить зелье и посмотреть, что там было на той схеме. Так, экипировать. Вот, пойдем. А здесь я не был, да? Здесь я не... А, это продолжение. Просто продолжение, и все. На мины не наступаем. Это что такое? Камень со схемой? Ух ты! Надпись слишком затерлась. Я не могу ее прочитать. Нужно сделать оттиск. Сок кислофрукта у меня-то как раз и нет. А вот детальки я нашел. Буду их попутно ловить. Они мне все равно понадобятся. Да? Например, ты. О, огненный, бежим! А! Медуза, отцепись от меня, а? Я буду звать тебя Медуза. Мне пофигу, как там. Полип, не полип. Мне пофигу. О, смотри, какая птичка. Птичка? Эй, подожди. Ты чего? Куда ты убегаешь? Я же хотел с тобой поиграть. Да блин, и тут тоже сундук. Да ты шутишь. Эй, эй, ты кто? Подожди, стой. Стой. Вот, блин. Что это за птица, а? Свирепый птенец. А что ты делаешь, свирепый птенец? Ты же от меня убегаешь. Ты зачем? Блин, я просто подружиться хотел. Ну ладно, не хочешь, не надо. Свирепое крыло. Отвратительное. Что в нем отвратительного, я не вижу. Ледогриб надо, короче, выкопать чем-то. А, вот и этот самый.
Отлично, давай тогда зелюшки делаем нам. О-о. Давай, давай, скорее. Так, фонарик с ручником. О. Успел. Теперь пойдем сделаем оттиск. Подожди, давай вот этот гриб хапнем. Это тоже хапнем. У нас мина. Пойдем оттиск сделаем, да. Подожди, это что там такое? Что там за тварь была? Какая здоровая штука! Ты кто такой? А? Свирепый птицезавр. Ладно, я тебя не видел, чувак. Птицезавр. Надеюсь, ты нормальный парень, птицезавр. Туннель. Подожди, это где я уже? Ага. Болото одичалых. А, ну понятно. Так. Значит, применяем сок. Пить, разделить. А, о, сок только применяется на шкуру. Вот оно чё. А на эти нужны оттиски. А оттиски сделать нужно из той, из папироварочной бумаги или какой там. Короче, побежали обратно к тому чуваку. Блин, тут чертовы пчелы. Ах ты ж! Чтобы увернуться, нажмите пробел. Хорошо. А ты кто такой? Дымный призрак. Господи! Ты какого черта, мужик? О, господи! Нифига себе! Вау! Ты что-то слишком громкий какой-то парень. А, блин! Текаем нафиг, текаем. Ох! Текаем! Зря я ботинки снял. Ох! Блин, теперь ты от меня не останешь, что ли, дурачок? О! Это было сложненько. Блин, чё он так быстро закончился, а? Я даже не успел понять. Напугал меня, чертов призрак, а? Он вообще-то свирепый гад. О, смотри, да тут море. Или не море? Или что это? А, понятно, это просто туман. Я куда тут вообще забежал? Ну, я правильно бегу. Мне совсем чуть-чуть осталось. Вау! А там откуда мина-то была? Так, я уже у себя дома. Расслабьтесь. Теперь давай вот сюда применим. Бубурово его это самое. Применить. Да, точно. На шкуре, видал? Меховая куртка. Меховой комплект. 3. Частичная защита от холода и физических повреждений. Хорошо. Теперь я могу ее сделать, да? Меховая куртка. Но мне нужен верстак. Так, давай я сохранюсь. Я тут кое-что сделал. Бросил жетон в один из вот этих вот порталов. Вот в этот. И он открылся. Но я так понял, что чтобы переместиться из одного портала в другой, нужно его тоже открыть. Поэтому я хочу побежать сюда, открыть и попробовать отсюда переместиться сюда. Может быть, сработает? Давай попробуем. Вот, я пришел сюда. Так, жетончик тебе надо. Тут написано, что, похоже, мне понадобится 3 штуки. 3 жетона, значит, ему понадобится. Давай я открою инвентарь, возьму одну штучку, вставлю. Вот, она вставила. Смотри, он открылся. Теперь я захожу сюда, и мне говорят, выберите место. Давай я, наверное... Вот, смотри, видишь, он как-то пульсирует, а этот не пульсирует. То есть я эти 2 активировал, и значит, я могу между ними перемещаться, правильно? Смотри, точно я переместился. Хо-хо-хо! Круто! И переместиться сюда. Офигеть! Во, это вот намного упрощает задачу, прикинь. Ага. Рычаг для тотема. Что это значит? Это похоже на какой-то тотемный столб. Жуть!
А что тут жуткого? Ну просто черепушка воткнута и все. Ничего страшного, я думаю, тут не вижу. Тотемный столб, говорит. И то дичалу, блин, искать. Извини, маленький, но тебе придется отдать свои колючки. А лучше еще мясо. Вот. И шкурку тоже. Потому что это все мне может пригодиться. Болото одичало, говорит. Ну, в принципе, почти дошел, да? О, катсцена! Дом дикой. Ага. Вот оно что. О, смотри, какая шмакодявка. Это дикая, что ли? Ты ко мне подожди, не подходи. Верстачок есть, наверное. Точно верстак. И этот самый. О, хорошо. Ну-ка, давай зайдем сначала сюда. Так, у нас есть применить. Что ты мне какую формулу? Фиксажный порошок. 3 штуки. А где мне паточную бумагу-то взять? Я так и не понял. Восстанавливает состояние оружия. Хорошо, спасибо. Уже неплохо. Так, верстак. Не работает. Похоже, нужно активировать в другом месте. А в каком месте его активируют? Ты чего, девочка? Вот дает. О, тут еще ключ надо. Закрыто, мне нужен подходящий ключ. О, какой красивый кулон. Очень похож на мой светящийся посох. Он тоже защищает тебя от дыма, как и мой посох. Нет, раньше он загорался, но с тех пор, как я попала сюда, не работает. Если этого не исправить, дым в конце концов одурманит тебя. Именно дым – причина того, что все опечаленные похожи на призраков, и у них мозги набекрень. Когда-то я тоже была такой, как они, но нашла этот посох на пустоши. Нифига себе, я тоже всех хочу такой посох. Благодаря посоху у меня прояснилось в голове, и вскоре я сбежала. Сбежала? От чего? От печей, конечно. Они заставляли меня работать там трубочистом. Когда ты одурманен дымом, думать очень сложно, поэтому ты просто делаешь, что тебе говорят. Слушай, и я могу помочь тебе починить кулон, но за это хочу попросить об одолжении. Большой старый свинобраз сломал оба рычага тотема для моего верстака. Ах, вот оно что, понятно. Оба рычага. Я не могу пойти в болото и отремонтировать их, пока вокруг шастают мастера. Но они позволили тебе пройти, поэтому, может быть, ты починишь эти 2 рычага? Что именно нужно сделать? Зависит от того, что именно там сломано. Ты, вероятно, сама поймешь. Один из рычагов расположен рядом с гнездом паточных ос. Какой ужас. Поэтому прежде чем идти туда, возможно, лучше сделать газовые бомбы. О, газовые бомбы! Выпускает густой пар, который замедляет живущих существ и понижает их защиту. Мозг дымного полипа. И если тебе понадобится порошок для них, просто размельчи несколько светлячков. Да ты чё? Нифига себе, вот зачем нужны эти светлячки. Черный порошок. Мелкий, сухой и черный, как сажа. Укусы этих ос довольно болезненны, если сперва их не окурить газом. Ага, спасибо. А что-нибудь еще мне скажешь? Дикая. Какая шмакодявка такая. Пожалуйста, почини 2 рычага для тотема на болотах, если сможешь. Не забудь сделать газовые бомбы на тот случай, если осы будут тебе мешать. Тебе понадобится мозг дымного полипа, добытый во время задымления. Ага. Вот оно что, это что? А это твой домик, да, такой? Дом дикой, интересно. Какое странное место обитания для ребенка. Я тоже так подумал. Ладно, ладно. Тогда давай сохранимся. О, сейчас как раз это самое дымные полипы появятся, да? И мы их будем того-сего с ними делать, да? А где эти полипы? Ребята. Полипусы. Подожди, надо вот этот активировать. Что с ним? Он сломан? Тоннель для путешествий. Двери закрыты, но здесь есть щель для жетонов. Давай сейчас положим как раз. Активируем это дело и... Будет у нас телепорт
И куда мы можем телепортироваться? Можем телепортироваться туда-сюда. А еще тотем почему-то пульсирует. Что это могло означать? Так, где мне дымные полипы взять? Вы срочно мне нужны. Давайте идите сюда. Дымный полипчик, ты где? Вау! Ты че? Ты вроде не был такой агрессивный, парень. Ты че? Ты отстань от меня. Удает, а? Ух ты, гад. Ну, сейчас ты получишь, мелкий пакостник, а? Ты вообще никакой. Зато жрешь как большой. Куски курятины. Что бы это могло быть? Свежее мясо птицезавра. Даже сырым восстанавливает здоровье. Ну, давай сразу и это скушаем. Ну так, чуть-чуть восстанавливает. Говорит, надо почините два рычага для тотема на болотах рядом с домом Дикой. Где это может быть? А, два тотема, вот этот и тот. Я думаю, где это может быть? Она еще про какого-то свинобраза говорила. Думаю, зачем этот свинобраз? Давай попробуем посмотреть, как тут можно что починить. Так, что тебе нужно? Рычаг для тотема. Похоже, нужно использовать деревяшку в качестве рычага. Деревяшку. У меня есть деревяшка. Вот это вот. Вставить. О. Так. Отличненько. Давай вторая деревяшка сейчас пойдет в ход. Ты... Нифига себе ты, фермер. Ха, я цветочек это хотел забрать. Я тебя запомнил. А второй у нас прямо вот здесь вот. Она говорит, сделай... Дымные бомбы. Как же я их сделаю, когда у меня мозга этого полипа нет? А, вот оно что. Понятно. Сейчас это дело все рассеется. Так, ну что, я предлагаю сделать по-другому. Смотри, остановились. Вау! Что, обалдели, что ли, а? Коза. Давай. Ага. Стоп. Вставить. Все свободно. Так, я починил. Пойдем скажем Дикой.